команде. Сжимает руки, общается как раз с Гресельником. Ну, с вами посмотрим опасные моменты, которые возникали у нас по ходу этого матча. Вот опасный бросок от синей линии. Дальше гол от команды Сканева. Подставление клюшки практически. Тут куча была, конечно, тоже опасных моментов у Тароса. Но как же хорош был в этом матче Герасимюк. Чувствовал себя хорошо. И каску приходилось ему менять в этом моменте. Показывает повтор атаки от команды Сканева. Опасный бросок. Далее вытаскивает его Бородинский. Тут отличный бросок от Мамкина. Там как раз таки Коренев стоял в зоне голкипера, в зоне ворот. И как-то удалось все-таки ему каким-то чудным образом затолкать эту шайбу на ворота соперников. Далее опасный момент у петербуржцев. Тут не было гола. Вытаскивает Бородинский. С острого угла бросали петербуржцы. После браса практически должен был бросок. Ну и Семен Девидов хорошим броском между ног протаскивает все-таки шайбу в ворота Дмитрия Бородинского. Далее тут была ошибка в передаче. И также обработали отлично здесь петербуржцы. Снова там Семен Демин забросил эту шайбу. И вот отличный момент от Александра Черного после передачи Артема Горшкова. Мы с вами наблюдаем. Это второй гол для нефтекамцев. И такая курьезная довольно шайба. Кстати говоря, вот в этом отрезке забил Семен Демидов от рикошета защитника нефтекамцев. И залетела на предательски в девятку. Не готов был к этому Бородинский. И опасный момент еще возникал у Александра Чёрного.